Пожарный извещатель многодетная семья Суворовых хотела установить уже давно. Они живут в частном доме, который больше напоминает гостиницу. В нем живет 13 человек, дети и родственники. Самому маленькому ребенку всего 5 лет. С раннего возраста родители их учат элементарным правилам безопасности. Объясняю и сама, и в школе уже тоже наставляют там. Объясняют как. Ну, слава богу, у нас ничего пока такого не было серьезного. Давно задумывались об этом. Потому что у нас тут улица такая, дома все деревянные, и как бы пожары были страшновато иной раз. Но поэтому нам предложили, мы не отказались. Приборы устанавливают сотрудники МЧС бесплатно в рамках профилактической операции «Жилье». С таким подарком приходят в первую очередь к многодетным семьям и в частные дома с печным отоплением. Можно установить и в каждой комнате, но за исключением тех мест, где возможно испарение или задымление, это, как правило, кухня, санузлы там ставить не нужно. Срабатывает абсолютно при малейшей концентрации дыма в воздухе. Устройства работают автономно на батарейках крона. Их энергии хватает примерно на год. Громкий сигнал будет оповещать жителей на протяжении 4 минут. Звук также можно отключить вручную. Спасатели рекомендуют устанавливать дымовые извещатели всем нижегородцам, тем более, что стоят они порядка 300 рублей. Юрий Афров, Андрей Панов, столица Нижний.